Мы попробуем взлететь. Так, 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 так. Не могу взлететь выше, слишком он тяжелый. Да, видимо, много крыльев не очень хорошо. Как бы мертвую петлю потом сделать. Может, у меня слишком много топлива? Главное не пользоваться ускорением. Я уже понял это. Так, вытягиваем, вытягиваем. Нужно назад, а то море мы не перелетим, это 100%. Так, посмотрим, что здесь можно посмотреть. Посмотрим, что здесь можно посмотреть. Flying Head Kerbin. Окей. А что, я в прошлый раз не получил вот это вот все? Crew Report. Ничего нету. Так, ну, окей. Да, ничего так и нету. Теперь посмотрим-ка эти. Зараза, вот они где аж оказались.
Здесь ничего. Ничего. Так, что-то очень-очень плохо пошло. Давай, 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 вытягивай, вытягивай, вытягивай. Ты должен лететь, чувак. А, больно. Вытягивайся. Так, так, так. Вот так вот мы площадь поверхности увеличиваем, выравнивая самолет. Круто. Чё? Нет, хватит, хватит. Вот так вот как-то заступорим и все. А, стоп. У меня и было, что ли? Фух, вот так вот. Теперь здесь посмотрим. Ничего пока что. В крайнем случае над горами где-нибудь выкинемся. И соберем все данные. Что-то мы опять падаем. Этот САС ни хрена не работает. Так, ну и теперь... Икс и пробел. А у нас еще и крылышки есть. Мы можем планировать. Круто. А эта хрень, гляньте, я ж выключил движок. А, ну там да, он же нагретый. Двигатель реактивный, он же работает за счет того, что нагретое вещество выпускает. Нагретый воздух, что ли? Там несколько этих... несколько лопастей. Винтов, что ли. И, в общем-то, между этими винтами калорифер стоит. Вот и все. Ну, или топливо туда вбрызгивается. В общем-то, вот такой вот реактивный двигатель, он намного сложнее ракетного, как ни странно. Но он без воздуха не может. Ух, как далеко улетел. Просто жопа. Воздушный змей нафиг. Теперь здесь будем пробы собирать.
бомбанулись. Только не на меня, только не на меня. Долбанулся. Но не на меня, как я и сказал. Так, теперь прессер. Вот так. Нужно будет термометр и все остальное передвинуть куда-нибудь. То это просто ужас. Так, и ты, Ева. Ева Репорт. Окей. И все. И теперь здесь Take Surface Sample. Это dirt. Dirt. RCS включаем. И прыгаем. Ой, долбанулись. О, он и на земле работает немножко. Ну, на кербине. Эх, хоть на лестницу забирайся. Пожалуйста. Ой. Ну ладно, знаете, как я делаю в таких случаях? Вот так вот, Recover Vessel. И вот мы получаем часть очков, как вы видите. Но тот объект, несмотря на то, что он... О, блин. Нужно его удалить. Вот можно recover. Recover. И вот, как вы видите, вот здесь вот я приземлился. И остался. То есть он хотя и без этого, без кербонавта. Но прикольно, то есть... Но его можно вернуть или же взять под контроль. Хотя под контроль его нельзя взять, потому что кербонавта-то нету, некому управлять. Вот, он стоит уже без кербонавта, без ничего. Но мы можем его также вернуть. Это хорошо. И вот... Такая вот фигня. Еще 26 очков. И мы накопили на новое улучшение. Не зря ведь я летал по всей планете. Вот меня интересует, можно ли так взять и, в общем-то, с нашими реактивными двигателями, ну, с кербиновскими, полететь на другую планету и там, в общем-то, выкинуть самолет с космического корабля и на нем полетать в атмосфере другой планеты. Например, мне больше всего интересно, можно ли это сделать на Джуле. Джул — это же газовый гигант, и то есть там получится охрененно просто так полетать. Так, это 300, это 300. Отсосем у тракториста. А это что за движок? Радиальный корпус. Очень интересно. Стоп, а здесь что?
Здесь кабина, дроны и все такое, да? Интересно. Давайте-ка это изучим. Так, а это 160 стоит, да? Ну и придется еще где-то взять до 160. В пустыню полетим. Ой, не туда зашел. Ну вот сюда нужно нам зайти. И давайте создадим новый эйркрафт со специальной авиационной кабиной. Такая она красивая очень. А движок, к сожалению, все старый. Так, ну и что нам сделать с этой авиационной кабиной? Садиться я все равно не собираюсь, поэтому нам нужно радиальный парашют или даже парочку приделать. Или даже три. Или не работает на него это. Ладно, не к нему приделаем. Так. Барометр. Нет, это не годится. Давайте-ка вот сюда прикрепим по бокам. Нет, второго не надо, спасибо мне. Обойдусь. Вот, отлично, вот так вот сделали. Антенки не будет, мы здесь прикрепим парочку парашютов. И один еще вот тут на кабину. О, красава. А также отделитель. Все-таки я не готов пока что садиться, намного легче прикрепить парашют и все сделать. Это будет называться турбоджет, как-то так. Чтобы покрасивее, и чтобы можно было узнать его среди тысячи. Фюзеляжи все еще старые, только доступны. Хорошо. Может, пустой фюзеляж сюда встроить? Или же не стоит? Сколько вырабатывает электричество? Ага, 4. Хорошо. Или же знаете, в чем прикол? Давайте-ка сделаем вот так вот. Вот, крылья. Не совсем так, как мне нужно.
раз. Вот, раз и вот два. Не знаю.